Здравствуйте! В эфире еженедельный выпуск прогноза погоды, и я его ведущая София Пирогова. По данным синоптиков портала Гизметео, выходные в Оренбурге будут поистине весенние. В ночь с пятницы на субботу температура воздуха составит -9, -10 градусов. Утром показатели термометра составят -11, а во днем температура достигнет 0. Будет солнечно и без осадков. 24 марта в воскресенье будет резкий перепад температур. То -10, то +1. По ощущениям будет прохладнее. Под вечер температура составит -4 градуса Цельсия. Осадков и ветров по-прежнему не ожидается. Грядущая неделя, как обещают синоптики, будет солнечной. Дневная температура намного теплее ночной. Показатели днем от +2 до +4, вечером 0-2. Под конец рабочей недели возможен дождь. Начиная со среды, показатели в жидком эквиваленте составят примерно 3 мм. Главное управление МЧС по Оренбургской области предупреждает: приближается время паводков. Жителей призывают быть аккуратнее при возникновении чрезвычайной ситуации, звонить по единому номеру 112. О погоде к данному часу все. С вами была София Пирогова. Всего доброго. Оставайтесь на ЮТВ.